Добрый день, дорогие подписчики, добрый день, зрители Ютуба. Вы на канале технических решений Энергомаг, меня зовут Александр. И сегодня новое видео мы предлагаем по теме, как автоматизировать, в частности, мы сделали это для освещения строительства, работу освещения, а в принципе это можно сделать для любого участка, для дома, для дачи или для чего-нибудь другого. В начале видео, как всегда, хочу поблагодарить наших подписчиков, которые остаются с нами, помогают развивать наш канал. Огромное спасибо. Если же вы попали на наш канал впервые и не являетесь подписчиком, я рекомендую вам подписаться на наш канал, для того, чтобы регулярно, это каждое воскресенье в 10 часов по киевскому времени, получать новые интересные видео по темам. Электромонтажные работы, заземление дома, молния защита дома, твердотопливные котлы, солнечные станции по другому оборудованию, которое представлено на нашем сайте energomag.net. Также приглашаю вас на наши прямые трансляции, которые сейчас выходят по четвергам в 17:00 по киевскому времени, по тем же темам, которые я ранее объявлял. Итак, перейдем к теме сегодняшнего видео. Как автоматизировать освещение? Для чего, казалось бы? Ну, для экономии. Почему? Понятно. Потому что автоматически включается освещение, когда темнеет, и автоматически включается, когда становится уже светло. И для того, чтобы было удобно. Не нужно было, если мы говорим, например, мы конкретно сделали это для нашей компании «Электрик», для строительной площадки жилого дома, чтобы не ходить, не включать в разных местах освещение каждый день и не выключать. Давайте посмотрим, какая схема. Вот мы собрали на примере такого щитка Tarrow и сумеречного реле фирмы NF. Производитель и один, и второй – это Польша. Перейдем к схеме, а потом в конце сделаем выводы, нужно, необходимо такое делать или нет необходимости. Может быть, это вы считаете, что это просто трата денежных средств. Итак, перейдем к схеме, рассмотрим схему, и давайте, из каких элементов состоит вот эта схема. Вначале я расскажу о всех элементах, а потом дальше уже перейдем к схеме. Щиток, производитель Tarrow, Польша, уже готовый, как вы видите, с розетками, 4 штуки, и возможностью установить защитные автоматы и пускатель. Дальше, что у нас есть в схеме? Сумеречное реле, производитель Польша, F&F, довольно надежная, гарантия 2 года на этот сумеречное реле. И переключатель, для того, чтобы можно было переключить режим работы автоматически. То есть, если будет работать сумеречное реле, у нас автоматически, мы его настроим, какой нам свет нужен. И как только стемнело до определенного уровня, что еще преимущество этого сумеречного реле, в отличие от других, можно регулировать, при какой степени освещенности оно будет включаться. И переключатель, автомат, ручной. Если нам нужно включить вручную, например, еще не стемнело, но уже довольно темно, переключатель переключаем в ручной режим, и с противоположной стороны мы установили на этом щите электрическую кнопку, с помощью которой включается пускатель. Вот она в корпусе. Вы пока не обращайте внимания, это такая схема для демонстрации, как бы на стенде. Если будет желание, напишите в комментариях. Мы после того, как установим это все на строительной площадке, покажем, как это работает. Что внутри, давайте посмотрим. У нас внутри по схеме установлен вводной автомат на 40 ампер. Дальше пускатель модульный на 220 вольт, катушка, и два автоматических защитных выключателя по 20 ампер. Вот схема. Вводной автомат, пускатель, катушка, это контакты пускателя, катушка его, переключатель, о котором я говорил, ручной автоматический режим. И, то есть, нет, вначале по схеме идет кнопка, и дальше переключатель. Но это не имеет значения, можете собрать ее в любом порядке, который вам нравится. Сумеречное реле и выход на розетки, в которой подключается уже наше освещение. В нашем случае это прожекторы. Вот изнутри можете посмотреть, как это выглядит. Кнопка,
Переключатель, как уже говорил, снаружи. Ну что еще? Довольно вот это вот все уже в готовом виде продается, довольно неплохо собрано. Производитель польский, где реально собирается, не знаю, но мне, например, нравится. Гермовод на вводе для кабеля, то есть готовое изделие. Оно подороже, конечно, будет стоить, если, ну, сами материалы, если вы будете отдельно брать щиток, собирать, но если посчитать время, которое нужно для того, чтобы собрать этот щиток, то выйдет то на то, только потратите свое время, а здесь все готово. Теперь давайте посмотрим, как это работает. К примеру, мы хотим, чтобы в автоматическом режиме включалось наше освещение. Наше освещение, это у нас включена вилка. Закройте, пожалуйста, мой коллега мне, Александр, помогает. Довольно так герметично все, даже вот такое, здесь маленькая особенность. Чтобы открыть крышку, нужно выкрутить винт, то есть нужно иметь отвертку. Герметичные розетки, хорошие пружины здесь стоят. И дальше у нас здесь включены два прожектора небольших. Сейчас вы посмотрите, схема будет работать, и эти прожекторы будут включаться. Что мы делаем? Нам нужен, например, автоматический режим. У нас стоит в автомате. Я беру вот элемент, на который воздействует свет. Закрываю его пальцем, сейчас должен сработать автоматически. А, минутку, мы не включили автоматы, как всегда. Так, включили автоматы. Еще раз. Закрываю, ну, к примеру, уже стемнело. Есть здесь выдержка по времени, включается не сразу, так же, как и отключается не сразу. Для чего это сделано в этом сумеречном реле? Если, например, гроза, свет мигает, чтобы реле не восприняло, что свет отключился или включился, поэтому есть задержка по времени. Закрываю. И вот вы видите, включились наши прожекторы. Ну, вы их не видите, они находятся справа здесь от вот этого щитка. Дальше. Стало светло. Через какое-то время должен пускатель отключиться. Работает. Что нам нужно сделать для того, чтобы перевести, то есть включить вручную? Нужно переключатель перевести в режим ручной и нажать кнопку. Зачем? Давайте я сейчас по схеме расскажу. Ну, это классическая схема пускателя. То есть у нас нет кнопки стоп. В качестве кнопки стоп можно использовать. А мы используем вот этот переключатель. То есть цепь, вот он по схеме, разрываем. Когда мы нажимаем кнопку, мы кнопку пуск, назовем ее так, или просто кнопку, то подаем фазу на катушка у нас запитана на 220 вольт, контакт А2 жестко подключен к нулю, нажимаем кнопку, если у нас переключатель в ручном, значит вот этот вот контакт будет замкнут, подаем фазу, подтягиваются контакты, и через эту цепь у нас становится, то есть замыкаются контакторы, или становится или контактор на самоподхват, и работает схема. Давайте сейчас это продемонстрируем. То есть стоит в ручном режиме, нажимаем кнопку, и пускатель у нас работает. Вне зависимости от освещенности. То есть это две, получается, по схеме, две отдельно, ну, такая уже автоматизация отдельно, два режима, автоматический и ручной. Для того, чтобы отключить, достаточно просто перевести в автоматический режим. Если это будет ночь, ночное время суток, то сработает реле. К примеру, вот перевели в автоматический режим, а сейчас ночь. Значит, будет работать. Будет работать, пока не появится свет, освещенность, на которой выставлена уровень освещенности. Здесь солнце или ночь. Если вы хотите, чтобы раньше, значит, поворачивайте против часовой стрелки в сторону солнца, как здесь нарисовано. Или если, чтобы темнее было, значит, по часовой стрелке. Вот такая схема. Теперь давайте перейдем, как всегда, сделаем выводы. Что мы можем порекомендовать вам? Такую схему, ну, я однозначно могу сказать, порекомендовать, или, может быть, какие-то минусы вы видите в этой схеме. Ну что, как вы увидели, эта схема
очень простая, по крайней мере для электрика любого, это несложно собрать. Да, конечно, это имеет какую-то стоимость, сумеречное реле, есть варианты подешевле, но я из практики скажу, что вот эта фирма, она нас ни разу не подводила. Много раз устанавливали, гарантия на это реле 24 месяца, к слову скажу, ну это не реклама, это просто практика. Ну и такой щиток, если покупать его готовый, да, он будет стоить дороже, чем собирать самому, но он, как вы видите, компактно выглядит, легкий, если необходимо, это как временное какое-то решение, в частности для освещения, но можно его использовать не только для освещения, а как для, если у вас строится, например, дом, только начинается строительство, уже готовый щиток, не нужно искать электрика, кто его будет собирать. Ну, вот такая информация. Если остались или появились вопросы, пишите в комментариях к сегодняшнему данному видео. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Оставайтесь подписчиком нашего канала, становитесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Всего хорошего!